Приветствую, друзья. Вот посмотрите теперь Берегиня. Помните, какая она была и какая становится? Вот тут надо еще дописать глаза, например. Подскажите, как и что сделать? И вообще, как вам теперь эта картина? А вот недавно была картина, которая называлась... О, первоначально она была как бы... Я ее делал как Дункан и Есенин. А там мне в комментах написали очень много положительных отзывов. И кроме этого, подсказали, как лучше сделать. И мы вместе совершенствовали в формате «Коллективный разум». Один коммент такой был: а что это у него такие ноги длинные, руки такие, как плеть? Я говорю, такого не понимаю, это что за ерунда такая? А вы помните картину, например, «Крик»? Да, знаменитую. Или помните какую-то другую картину, Мунка там или еще кого-нибудь? Там же тоже не соцреализм. Моя мама тоже мне говорила: что-то я не понимаю твои картины. Я говорю: мама, ну ты же понимаешь, ты училась, что картины должны быть как фотографии. Вот если дерево, оно, значит, должно быть дерево. А здесь вот такое вот. Ну что делать? Поэтому мы все смотрим свет в глазах смотрящего. Поэтому пишите комменты, пишите. Вот сейчас я вам покажу, над чем я сейчас работаю. Тоже это делалось вместе в формате «Коллективный разум». Попутно я хочу сказать, пока буду ставить картину, что у нас с Валентиной Эдуардовной Киселевой будет в четверг, 13 числа в 20 часов, для дам, наших дорогих, любимых дам, для женщин всех, вебинар. Поэтому будет еще объявление. А потом будет еще вебинар с Романом Газенко. Здесь под роликом запись можете получить, кто еще не получил. Под роликом посмотрите, в комменте прикрепленном будет. А это я уже писал картину. Там у нас была девушка, но я, к сожалению, с ней не справился. И поэтому переделал в юношу. Видите, усики такие, но мне уже написали, что на Арамиса похож. С цветами, помните, девушка была? То с закрытыми глазами, то с открытыми глазами. Да, но теперь вот, не справился я. Формат «Коллективный разум» помогает нам все-таки справиться. Если вы сейчас напишите, что это лучше, я буду счастлив. Если напишите, что та была лучше, я буду на новом холсте делать, как ту делал. Так что пишите, друзья, и подписывайтесь на YouTube, и подписывайтесь на Telegram. А в Телеграме на нашем канале, канал «Метод.Сайлиева», есть еще отдельный канал, который называется «Как помочь себе», который ведет наша Наталья Кавитана. Там очень много интересного. Я вам хочу сказать, что сейчас, 13 числа, мы с Валентиной Эдуардовной Киселевой будем проводить вебинар, и она там вам расскажет, что и как надо, на что настраиваться, когда вы по своему здоровью, по организму. Такой просветительский будет вебинар. И когда после этого, через неделю, будет с Романом Газенко, если мы в прошлый раз говорили, потрясающая вещь, вот мы пришли вместе к одному выводу очень интересному, как вербализация помогает не только разгружаться, но и развиваться. Потому что доводит до сознания, ну, вербализация доводит до сознания то, что протекает неосознанно, спонтанно в подсознании, и этим самым уже выводит из стресса, а самое главное, помогает не только коммуникации, но и развитию. Об этом мы будем следующий вебинар с ним делать, с Романом, моим другом, с Газенко. Конечно, будет потрясающе. Конечно, потому что там будет то, что Роман скажет, то, что я скажу, и там будет техника. Техника, как использовать вербализацию для самосознание, разгрузки и
созидания, ну и, естественно, для коммуникации. И тогда у вас больше прибавится друзей, а сами вы будете более устойчивы в наших условиях неопределенности. До встречи, друзья! Пишите комменты, пишите, записывайтесь на наши каналы, пишите, вместе мы созидаем новое и поддерживаем тех, у кого проблемы.